Здравствуйте, дорогие друзья! Мы встречаемся с вами в очередной раз. В этот раз у меня праздничный повод. Каждый блогер, если он занимается этим делом всерьез, мечтает получить кнопку YouTube. Я тоже, конечно, о ней мечтала. Было уже у нас и 100 тысяч, было у нас и 200 тысяч, а кнопки все не было и не было. Я была очень огорчена этим процессом и думала, что я, в общем-то, ну, по каким-то обстоятельствам буду лишена этого счастливого события. И что вы думаете? YouTube лично обратился ко мне, предупредил, что все-таки я чего-то стою, и что меня, наконец-то, заслуженная награда найдет. Я очень волновалась, долго я ждала, и вот, дорогие мои друзья, этот торжественный момент настал. Что приятно до невозможности. Эту кнопку мне доставили прямо на дом. Мне не пришлось беспокоиться. Все было чинно, благородно и солидно. Но в конце концов, пора уже вроде бы и показать то, о чем мы говорим. И вот, дорогие мои друзья, перед вами то, ради чего мы, собственно говоря, это видео и создали. Все вот в этой коробочке хранилось. И для каждого блогера это самая заветная мечта. Я в конце концов получила то, к чему стремилась. Присваивать себе эту награду в одиночку мне, конечно, совесть не позволит, дорогие мои друзья. Без вас, без моих дорогих подписчиков, без людей, которые интересуются моим творчеством, внимательно за ним следят и много лет находятся рядом, этого бы счастья просто не произошло. Поэтому, тайком закрывшись в апартаментах, сидеть и разглядывать, собственно, кнопку, мне просто не позволила совесть. Конечно же, я должна была вам ее показать и выразить вам свою сердечную благодарность, дорогие мои друзья, за то, что вы позволили мне испытать это счастье творчества и получить эту долгожданную кнопку как подтверждение того, что я чего-то стою на просторах интернета. Кнопка, дорогие мои друзья, конечно, фундаментальная. Я найду возможность ее прикрепить таким образом, чтобы снимать видео на фоне этой кнопки. Мне не стыдно. Я очень тяжело шла к этим рубежам. Конечно же, не без вашего участия. И в который раз, дорогие мои друзья, могу вам сказать, что это наша общая победа. Ну, к чему будем стремиться? Конечно, к золотой кнопке, к миллиону. И дай бог, мы обязательно туда доберемся. На бриллиантовый не покушаюсь. 10 миллионов еще надо собрать. Но, в принципе, чем черт не шутит, я люблю мечтать о глобальных вещах. Так что, глядишь, может и бриллиантовый приобретем. Итак, великая вам благодарность. Я получила законную кнопку за все труды, которые так тяжело создавала для вас. И вам, други мои, великая-великая благодарность. Вас уже 1/4 миллиона. Значит, у нас впереди светлое будущее. С вами была Елена.